В Бендерах рисуют историческое граффити. Летопись города будет на путепроводе по коммунистической. Сейчас на бетонных стенах наброски. Уличные художники только начали. Мы наносим фоновое изображение. Здесь будет мурал на тему истории нашего города Бендеры. В начале работы будет изображен наш паровоз и лев. Дальше уже пойдет орел, исторические какие-то фрагменты с крепостью. Ну и дальше уже картинки, которые более узнаваемые у нас в городе. На данном этапе сейчас работаем с водоэмульсионкой. В дальнейшем, когда будут рисунки, уже будут аэрозольные краски. Клуб White Tiger уже рисовал настенную живопись. Работы на улицах Бендер, Тирасполя и Кишинева. Новый мурал будет самым масштабным – почти 1500 квадратных метров. Граффити здесь планировали давно, но сначала путепровод отремонтировали. Укрепили каркас, плиты заштукатурили. Художники обещают, через месяц здесь будет вся история Бендер.